Здравствуйте! Сегодня может возникнуть желание кому-то что-то доказывать. Не стоит этого делать. Просто делайте свое дело. В такой день благоприятно идти нестандартным путем, решать задачи нетривиальным способом. Этот четверг подходит для работы в интернете, для креатива. Сможете придумать что-то классное. И заниматься творчеством сегодня тоже прекрасно. А вот на дороге надо быть сегодня аккуратнее. Смотрите в оба. И до встречи завтра!